Розумію, а зараз намагаються кожен свою у вигідному собі світлі подати цю історію. Ну, але якщо говорити знову ж таки про якийсь український слід, хоча навряд чи він тут є, це ж теж може якось поставити під сумнів, а взагалі тоді здатність безпекових служб всередині Росії, бо у Петербурзі вибух стався, це такий глибокий достатньо тил вже. Ну, в принципе, да, здесь вопрос очень простой. Во-первых, российская пропаганда традиционно запускает несколько версий. Чем больше, тем лучше. И каждая отдельная социальная или экономическая группа населения может выбрать для себя удобный, приятный, более комфортный вариант. Для остающихся у РПЦ сторонников Украины запускается версия, нет, условно православная, про Лавру. Для тех, кто верит в Украину как всеобщее зло, запускается сразу же версия про украинские спецслужбы, которая, понятно, что находится здесь сразу на поверхности, и все российские пропагандисты, которые, естественно, на себя пример этого так называемого Владлена, нет, татарского Максима Фомина, могут примерить, они немедленно начинают в ужасе кричать, что это украинские спецслужбы, потому что, в принципе, они боятся оказаться на его месте. И, по сути, их крик означает обращение к российским властям, чтобы они лучше их защитили. Лучше защитить в этой ситуации невозможно, и российские власти просто пытаются использовать эту историю для своих политических целей. Поэтому они берут и объединяют наиболее верифицируемое оппозиционное в России сообщество, благо у них есть списки, как эти люди сами регистрировались как сторонники Алексея Навального в свое время. Нет, можно одним ударом прихлопнуть несколько тысяч человек условно оппозиционно настроенных в России и попутно использовать этот взрыв для того, чтобы любую оппозиционную деятельность со стороны россиян приравнять к терроризму. Нет, а за сам терроризм параллельно повысить наказание, нет, и сделать его статью, по которой сажают на пожизненный срок. Таким образом, фактически сделать так, что любая оппозиционная, в том числе антивоенная деятельность в России будет означать приговор к пожизненному заключению. Сразу ни много ни мало, заодно отправить на этот же срок, скорее всего, Алексея Навального накануне бутафорских выборов 2024 года, когда Путин изобразит, что он продлил себе полномочия на ближайшие 6 лет. То есть в данном случае абсолютно наплевать российским властям, кто в реальности взорвал, нет, этого, кстати, гражданина Украины вообще. Нет, на месте украинских правоохранительных органов я бы возбудил уголовное дело по факту убийства в России, нет, украинского гражданина. Еще бы, может быть, тогда хоть кто-то, наконец, провел бы реальное расследование, нет, этого взрыва, потому что российские спецслужбы, очевидно, не собираются никакого расследования проводить. Нет, нельзя было за 2 дня, даже за день, по сути дела, получить никакой подробной информации. Тем не менее, очевидно, что это было политическое решение назначить украинские спецслужбы и ФБК ответственными за этот взрыв. И дальше уже никто ничего расследовать всерьез не будет. Там сотни вопросов. Вплоть до того, вот это вот Дарья Трепова, это вообще тот человек, который приносил буст, или не тот? Кто ей этот буст передал? Кто туда вставил эту взрывчатку? Может быть, все это сделало ФСБ, а может, вообще никакой Дарьи Треповой не было. Но никто этого расследовать не собирается. Так, бачимо, що не збирається, бачимо, що знову ж таки у свідомості споживачів пропаганди спокійно всі ці версії між собою уживаються. Іване, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Іван Преображенський, нагадаю, до нас долучився. Дякую, до зустрічі в нашому ефірі.